Всем привет! Hi everyone! I want to show you 2 plus 1 with furniture in Tosmore Settlement, Alanya. Всем привет, дорогие зрители! С вами канал Недвижимость Турции, Paradise Alanya. Меня зовут Агасия, и сегодня я хочу вам показать хороший вариант 2 плюс 1, просторная, квартира под ключ в районе Тосмор. Смотрим. I show 2 languages, English and Russian. Есть бассейн. До моря максимум 520-530 метров. Максимум to seaside 520-530 метров. Near базар Thursday. Рядом по четвергам рынок. Есть магазины. Зеленая территория. Big territory here. Near shopping centers, markets and restaurants and others. Here parking place. This building constructed 15 years ago. Был сдан где-то 15 лет тому назад, 14-15 лет тому назад, 2010-2009 года. Квартира находится на среднем этаже. Flat in middle floor. Здесь беседка, камелия, барбекю арея. Вот такие хвойные деревья. Trees, have trees. Барбекю арея. IDOT in this complex 600 lira. $20 approximately per month you will pay. I that big 2 plus 1, 105 meters square. Yeah, pandas. Elevator for 6 person. Now I come flat. Сейчас я нахожусь в квартире. Это первый балкон. This first balcony. We have 2 balcony, 2 bedroom and 2 bathroom. Тут 2 спальни, 2 санузла. И 2 балкона. Вид смотрит на здание, восточная сторона, рядом вот сеть магазинов Шок. В той стороне 101 есть, и где-то 150-200 метров сеть магазин Мигры с Карифурса. Полностью отремонтирована квартира. Здесь flat after renovation, full renovation. New glass door. Гри кондишн, кондиционер фирмы Гри. All new furniture. Мяу. Пи-пи-пи-пи-пи. Мяу. Котяра. Нет. Здесь у нас первый санузел, first bathroom, Вейто проточный водонагреватель, heater, Вейто, regal washer, стиральная машинка, есть вытяжка, так. Хорошая прихожая. И здесь второй санузел. Second bathroom. Так.
гостиная, совмещенная с кухней. Мраморная столешница, здесь стол. Living room. Так, кумтал, духовка, плита, вытяжка. Регал, холодильник. Конвектор, есть конвектор. Фирма Нуба, кажется, не видел. Инвертор, кондишн, in all room. В каждой комнате инвертор на кондиционер. Метр сквер 105 нет. 105 квадратных метров минимум полезная площадь. Общие квартиры. Здесь open. Телевизион Грундик. Телевизор фирмы Грундик. И здесь просторная спальня. Где-то 15-17 квадратных метров. 15-17 метров квадратных метров. Здесь bedroom. Big bedroom. And big balcony. Second big balcony. Второй большой балкон. This side west and north. This view for mountains, not closed. Эта дверь не закроется. Water filter. Канадской фирмы фильтр для воды поставили. Также новые двери поставлены в квартире. The price this flat 128,000 euro. Цена этой квартиры 128 000 евро. Звоните, пишите по номеру плюс 90 555 064 91 10. If you want to buy this flat or other flat or villas, call me plus 90 555 064 9110. WhatsApp, Telegram, Viber. Если интересует какая-нибудь другая недвижимость, вилла, квартиры, 1+1 студио, звоните. По этой квартире возможно получить ВНЖ, если решить через суд. На данный момент 200 тысяч пока нельзя указать, так как в собственности уже 2 года квартира. Но надеемся, что район откроют. Есть такие слухи. Ждем, ожидаем. Экспертная оценка уже убрали. Это раньше стоило 13 200 лир, но сейчас уже можно и не платить. То есть убрали это. Можно сразу прийти подать заявку и получить ТАПУ. И процесс получения ТАПУ ускорился. Раньше 2-3 или 4 дня уходило на экспертизу квартиры, так как сейчас убрано. И сэкономите на 13 200 лир. Все, с вами был Агаси, Солнечная Алания, район Тосмор. Please like, write comment and follow me. Лайкните, напишите комментарий и подпишитесь на наш канал. Все, с вами... Пока-пока.